Тяжелый народ, сильный. Трудненько будет бить их. А есть охота? За отцовы кости воздать пора бы. Монголам подождать можно. Опаснее татарина враг есть. Ближе, злее. От него данью не откупишься. Немец. А его разбивши, и за татар можно взяться. Ну что, немца так немца. Тебя ведь не из кого начинать. А нам все одно не втерпишь. Без нового города немца не откоротишь. Нового города его брать надо. Последняя вольная Русь там. А рыба-то уходит? Гуславич, Гаврил Алексич, прошу милости старому дружку. Кольчужки индийские, коптишки татарские, мечики остренькие, сарацинские. Ну чего врать-то? Небось сам за ночь все и наковал. Всяка птица своим носом сыта. Отвоевались. О другом нынче думать. Бушуют, весну чуют. Отвоевались, славу получили. Надо о себе подумать. Васька-то жениться собирается, слышал? Коза во дворе, так козел через сын глядит. Надоело мне это поножовщина. День дерусь, а два в тоске лежу. Хотел был на Волгу податься, поиграть топоришком. Опять тоска взяла. А ты бы в монахи шел. Дело я задумал сердечное. А вот не выйдет, по-моему, и
впрямь в монастырь запрусь. Пошел медведь в монастырь в алтаре телят драть. Ольга Даниловна, прикажи сватов к батюшке твоему засылать. Уж кому засылать, так мне. Пусть сама знак подаст. Пусть ее сердце выберет. Ольга Даниловна, дай знак, кому из нас сватов засылать. Простите, люди добрые, не знаю, о чем речь ведет. Ну как так не знаешь? Чего вала за хвост тянуть? Говори, за кого пойдет. Выбирай из двоих любого. Хочешь высокого, да веселого? Некий мне. Ну, желательно степенного, да послушней. Поклонись Гавриле. Хочешь битый быть? Поклонись Буслаю. Хочешь хозяйкой быть? Я тебе муж. Не знаю, что и сказать вам. Оба вы хороши. Дайте срок. Скажу слово. Тем, чего я не ем. Им, богачам, все едино. Кто мачеха. Где барыш, там тебе и родная земля. А нам, малому люду, под немцем, смерть верная.
надо звать Александра! Немцев бить! Мать Александра! Нечего Александра ждать. Набраться живо сами и давить на немца. Тамаша Твердиславича возьмем. Он поведет. Дела бывал не таковки. Иди, Тамаш!